Альфа-9 и Стингрей попали в ловушку. О'Нил, наблюдатель группы, был ранен и эвакуирован. Сержант Тайлер Уэллс, кодовое имя Бритва 6-4, продолжает задание в одиночку. Тем временем готовится операция по спасению агента Родригеса. Группа Дельта-3 должна оставить противника без связи и взять штурмом лагерь, где держат Родригеса. Бритва 6-4 тем временем должен незамеченным выйти на позицию и поддержать операцию снайперским огнем. Мама-2, это Бритва 6-4. Я добрался до края деревни, примерно в 2 километрах к западу от точки контроль 2-8. Наблюдаю активность противника. Думаю, я могу достичь цели незамеченным прием. Принято, Бритва 6-4. Дельта-3 выйдет на позицию через 2 минуты. Действуй осторожнее. Противник ожидает нападения.
Прерываем операцию. Повторяем. С востока приближается неопознанный конвой. По возможности установи контакты и доложи. Не высовывайся и не убивай. Хорошо, молодец. Сейчас сделаю. Бритва 6-4. С востока приближается неопознанный конвой. По возможности установи контакты и доложи. Не высовывайся и не зевай. Хорошо, мама 2. Сейчас сделаю. Мама 2, это бритва 6-4. Вижу конвой. Три военных машины, полный солдат. Грузовик и сопровождение из двух джипов. В первом джипе, похоже, старший офицер. Принято, бритва 6-4. Кажется, происходит что-то серьезное. Действуй по плану и будь осторожнее. Контроль 2-8 в 220 метрах к востоку от моей текущей позиции. Хорошая работа. Не высовывайся и... Контроль 2-8 в 220 метрах к востоку от моей текущей позиции. Хорошая работа. Не высовывайся и двигай дальше. Siempre que esté limpito. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Como quieras, hombre. Bueno, ¿y qué te parece el Imbel? Es buena arma, pero yo soy más del AK. Siempre se comporta. A mí me gusta el Imbel. El peso, la cadencia. Me gusta más a mi estilo. Di lo que quieras, pero en todos estos años que llevo con el AK, nunca me ha dejado tirado. Lo que digas, el Imbel es igual de fiable. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Como quieras, hombre. Bueno, ¿y qué te parece el Imbel? Es buena arma, pero yo soy más del AK. Siempre se comporta. A mí me gusta el Imbel. El peso, la cadencia. Thank you.
атаковать врага без нужды. Повторяю, не атаковать без нужды. Выдвигаюсь. Escucha. No, escúchame tú. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? No, no me lo dijeron. Lo juro por la tumba de mi madre. ¿Qué? Debes estar loco para creerte esa mierda. Ok, tranquilo. Yo sí. Sí, estoy muy tranquilo. Llámame cuando llegues ahí. No, voy a colgar. ¿Qué? Hablaremos de esto luego. No. Sí.
Занял позицию. Обозреваю окрестности. Дельта-3 уже почти на точке. Почти наверняка сектор контролируется снайперами противника. Найди их и нейтрализуй. Мама-2, если я применю 50-й калибр, противник поднимет тревогу. Ясно, Бритва-6-4. Пока найди стрелков. Когда их позиции будут известны, мы направим авиацию на бреющем полете. Двигатели заглушат твои выстрелы. Понял. Выявляю цели. Вижу тебя. Я обнаружил всех снайперов. Давайте ваших птичек. Принято. Самолеты будут через минуту. У тебя будет 10 секунд на то, чтобы поразить цели. Зеленый свет. Стреляй. Зеленый свет. Никто не заметил выстрелов, можно продолжать. Вроде бы какие-то переговоры. Три вооруженных бойца, один офицер и один гражданский. Крупная рыбешка, похоже. Дельта-3 будет пробиваться через этот сектор. Бритва-6-4, ликвидируй гражданского и офицера. Дельта-3, вы атакуете по земле. Принято. Можно действовать, Бритва-6-4? Похоже, все чисто. Но смотрите в оба. Это Дельта-3, мы атакованы. На западном краю утеса снайпер. Нужна помощь. Это Дельта-3, мы атакованы. На западном краю утеса снайпер. Нужна помощь. Это Дельта-3, мы атакованы. На западном краю утеса снайпер. Нужна помощь. Снайпер готов, но одна из целей смогла уйти из зоны досягаемости. Атакую. Спасибо, Бритва-6-4. Дельта-3 высаживается на контролируемых противником нефтяных платформах у побережья Исла-Труэна. Они оборвут связь противника, зачистят платформы и переправятся на побережье, чтобы спасти агента Родригеса. Мама-2, это Дельта-3. Приближаемся к цели. Прием. Принято, Дельта-3. Нейтрализуйте цели, выдвигайтесь к побережью. Время выхода на позицию Бритвы-6-4. 0800. Принято. Дельта-3 выдвигается. Хорошая работа. Не высовывайся и двигай дальше. Вижу противника. Будь внимательнее. Ты по весам. Готовность. Пошли! Все прошло гладко. Будьте внимательны. Thank you.
Вперед! Уничтожь их немедленно! Вперед! Мама-2, это Дельта-3. Приближаемся к цели. Прием. Неплохая работа. Продолжай движение. Так, парни, это было неплохо. Следующие точки нас ждать не должны. Теперь мы отключаем связь, убираемся отсюда и двигаемся к берегу. Как только окажемся на месте, Андерсон отключает передатчик, а все остальные зачищают окрестности. Все ясно? Сэр? Да, сэр. Разберись с ними. Ликвидируй связь. Связи конец. Они слепы, как кроты. Действуем по плану. Принято, Дельта-3. Смотрите в оба там. В атаку! Вперед!
Вперед! Шевели! Вперед! Пошли! Мама-2, видим гражданское судно, приближающееся к гавани с севера. Принято. Подкрепление противника на подходе. Внимательно! Вот черт! Мама-2, это Дельта-3, сектор чист. Готовимся к погружению. Будем на берегу через 5 минут.